1000 ПЦР-тестов на COVID-19 пытались незаконно вывести из Казахстана. Груз пограничники задержали в Западно-Казахстанской области на автомобильном пункте пропуска СРМ. Об этом заявили в пресс-службе КНБ. По предварительным подсчетам, общая стоимость партии медицинских изделий превысила 5 миллионов тенге. 9-летний ребенок скончался от вирусной пневмонии в Актюбинской области. В детский стационар медицинского центра несовершеннолетнего доставили из Хромтауской районной больницы. Мальчик жаловался на боли в животе, тошноту и температуру. В тот же день пациента перевели в инфекционную больницу. Взятые анализы и рентген выявили двустороннюю пневмонию. Пациента вновь перевели в детский стационар, но уже в отделение реанимации. Через день ребенок скончался. В момент перевода с инфекционной больницы была на первом плане дыхательная недостаточность, сердечно-сосудистая недостаточность. Ребенок сразу был переведен в реанимационное отделение, начата интенсивная терапия, сразу пошел на аппаратное ИВЛ, но, к сожалению, ребенок погиб. Взяты гистологические исследования, они будут готовы на следующей неделе. ПЦР все анализы отрицательные. Коронавирусом в регионе сегодня болеют 9 детей. Заболевание протекает бессимптомно. Все несовершеннолетние находятся на домашнем карантине под постоянным наблюдением врачей. В связи с выявлением зараженных на карантин закрыты одна группа в детском саду города Хромтау и класс в Шалкарском районе.